Ладно, нормально. Блять, слушай, Man of War 2, пожалуйста, дай я тебе поговню, я ищу к чему придраться, пожалуйста. О, а ну-ка, тест. Хорошая. Ух ты, какой сладкий мальчик. Иди сюда. Пожар, корпус сразу. Ну, слушай, нормально. Я сжег танк. Все. Я подтвердил свой статус. Ай, лаги. Я надеюсь, тут динамическая смена дня и ночи. Я очень надеюсь. Вас понял. Блин, ну в моде этого самого сделали же в УМВ динамическую смену дня и ночи. А эти что, не смогут? Бля, лагают. Видите, фризы, фризы. Жесть. Карта, кстати, знаете, такая... Ну, тоже абсолютно выхолощенная. Ну, то есть, видно, что она просто идеально ровная, специально для захвата. Ровненько расставлены точки. Вспоминается Робс, где там в городе-то... Как, ну не то, что как попало расставлены точки, но типа относительно ландшафта, какая-то там за бугром, какая-то еще где-то, какая-то вообще на острове, и ты такой, о, динамичненько. Приказ есть приказ. Так, ребятки, укопаться. Окапываемся. Что-то никого не видно. А, вон они. А ты чё? А, этот не умеет окапываться, видимо. Окапываться. Можно через shift вам приказ выдать? Нельзя, капец. Я не могу им сказать, добежи, а потом окопайся. Ужас. Не, круто. Не, отвали. Не, вернись нахуй. Окопаться первое дело. Командир. Углуби окоп, Тодик. Лопаты в руки и вперед. Обнимай землю, хлопцы. Вперед, мужики. Так, давай, окапай. Что-то я слишком бойко окапываюсь. Противник меня там на ходу разъебет, пока я развлекаюсь с окопчиками. Мне бы Т-70. Как он тебя там выкурил? А, ну там автоматчик, а ты дебил, я понял. Он автоматчик, а ты лох. Глубже. Закапывайся глубже. Ну, наверное, это неправильно. Так, а медики? Где медики? Санитар. Чё-то он не хочет браться. Ты ж 5 очков стоишь. Ну, и что не так? Я не понимаю, почему я его не могу брать? Не ясно. Так, ладно, давай возьмем отряд. Их турсов. Где мой танк? Так, это что было? Ага, вижу окоп. Блин, я бы чуть-чуть подальше еще позволил отдалять камеру. И изменил бы анимации и звуки на более реалистичные. Ну, то есть, и ощущаемость техники изменил бы на более реалистичный, и в целом играть можно. Ну, еще меня бесит вот эта линия стрельбы, которая прям линии. Вот, видите? Беленькая такая. Меня это бесит. Почему пулеметом не стреляешь, Додик? Че, сам пострелять не можешь?
Ну, то есть какой-то импакт очень картонный. Я не чувствую силы этих. Да всего. То есть. Не ощущается юнит. Какой-то он реально картонный, как будто бы. Ну не совсем прям картонный, не ужас-ужас, но так. Неинтересно. Блять. Трак поврежден. Забавно. А кто стреляет? Эй, ты сломал мою эту. Ладно, хорошо, я еду за тобой. Колонной. По одному. Ёханый бабай. Мы попали не... Ой, простите. Трак поврежден. Капец, они меня трак не могут сбить. Бану бы. Просто на похуй зашли. Бред. Пушка сломана. Молодец. Что у них там было? Какая-то шляпа. Ладно, покатаюсь дальше. Катайся сам. Еще мне не нравится, что тут при прямом управлении тебе камеру приближает либо отдаляет. То есть, если у тебя слишком близко камера, тебе ее отдалят. Бесит. О, мат-склад. Ты, блядь, издеваешься? Миленько. На самом деле, я верю, что тут есть глубинные механики, что называются, которые при правильном использовании можно превратить в что-то крутое. То есть тут базис для модов, он хорош. Правда, пока что нужно ждать, когда его кто-нибудь использует. Ну, то есть у МВшники рукастые. Правда, им нужно время и ресурсы. Их у него нет. Воу. Я по трупу попал, добил его. А сведения дополнительного не будет, да? То есть вот так вот у тебя круг и останется. Жопа. То есть вот как ты с марша... Ой, а кто это выстрелил? Такое чувство, что это по мне кто-то выстрелил, но промахнулся. То есть я вот с марша как встал... С таким сведением я сразу и стреляю. Нет. Стоп, что? Я только что сквозь башню проехал? Мне не показалось? Блин, я не могу навестись наверх. Ну у тебя что ж, ствол не поднимается. Ну, блин, жалко, конечно. А, ну, ладно. Кстати, да, разрушаемость зданий как-то даунгрейднулась. Ну, с микроконтролинга, смотрите, вообще чё-то как не надо. Не знаю, то ли мне чё-то говно какое-то попадается, но я вообще, ну... Видите, сколько я уже просто страдаю херней танчиком. Упс. Ну, все, да. Какая-то ебака приехала, да. Тем временем мне уже доступен КВ. Ну-ка, давай-ка. Ну, огнеметный КВ мне, конечно, никто не даст такую роскошь. Да. О, М3 Ли. А, не, это шерп. То есть, в целом, это ВТВ только в профиль. Мне не нравится интерфейс. Вот эта вот синюшная полупрозрачность мне не нравится. О, кстати, а тут мини-карта хотя бы нормальная. В прошлом бою мини-карта вообще ее не было. Ладно, я думал, это... Гох говно. Ой, Гох. Менувар говно второй. Оказывается, это просто что-то с той картой было не так. О, нормально. Нормально. Полностью всесторонняя камера. Вроде бы раньше такого не было. Да. Ну-ка. Но она все равно закручивается. То есть вот у меня вот полностью вертикально. А, нет, так она, да. Вот угол. Следите за углом. Ладно, нормально. Блять. Слушай, Manowar 2, пожалуйста, дай я тебе поговню. Я ищу к чему придраться, пожалуйста. Раньше меня очень бесило то, что камера двигалась по дуге. Как в Total War.
Вроде бы, кстати, не во всех Total War'ах, но меня это бесит. То, что, ну, мне насильно меняют угол камеры. Я каждый раз, когда возвращаюсь в Total War, в те части, где это вот так вот камера реализована, мне приходится заново привыкать, чтобы не беситься. Но там-то оно нормально, там чё, масштабные бои, там тысячи войск, там сильно приближаться редко, когда нужно. А Man of War немного другая штука. И мне вот показалось, когда я беру прямое управление... О, вы посмотрите, я труп толкаю. Нихуя себе. Не знаю, насколько это законно. Ну да ладно. Я по кому-то сзади стреляю. Кто, блядь, шмалит? Ты кто? Я надеюсь, я рамбую, а не бортом подставился. Что-то худо. А где мое ХП? У меня что-то... А, вижу ХП. Или это не ХП, я не знаю, что это. Пушка повреждена. Кстати, ребят, у меня же для вас еще есть вкусненькое. Думаю, в субботу выйдет... О, корпус сломан. Нормально. Думаю, в субботу выйдет обзор Блицкрига. И сравнение с ГЗМом. Я прям подзапарился и сделал обзор на час. А где ремонт? Как тут ремонтировать? А, вот. Так, ну эта херня чинибельная. Да, вот по поводу камеры. Мне показалось, что когда я беру прямое управление, у меня камера дергается. Что это такое? ОФ? А, это шрапнель, бля. Тут вы сделали больше двух типов снарядов? Оу, вау. Ой, блин, у меня один член экипажа. А, нет. Больше одного типа... Ой, больше двух типов снарядов. Вы прикиньте. It's a revolution journey. Есть. It's a revolution. Так, ну-ка... О, давай, кстати, огнеметный протестируем. Но больших надежд я не питаю, потому что я знаю, и в ваниле огнеметный танк это говно. Ну ладно, ну там в принципе огнеметы говно, танк в частности. Кто меня убил? Блин, ну тут вот эта вот фигня. А вот это я вам не прощу. Тут карусельная механика этого лога боя. А, у вас не видно. Сейчас. Во. Да? То есть вы видите, как только новый враг умирает, старый скрывается. Вот видите? Во-во-во-во-во, вот оно висит, сейчас кто-нибудь умрет, и старый пропадет. Когда начинается дикая резня, там такая карусель, что вообще понять ничего нельзя. Начать марш-бросок. На самом деле, если не ошибаюсь, в Гохе огнемет тоже говно, поэтому тут я придираться не буду. Наверное, ни в одном ванильном ВТВ нету нормальных огнеметов. Ну, типа... Все, что я могу сказать, он существует и стреляет дальше 30 метров. Оу, вау, он стреляет дальше 30 метров. Слушайте, знаете что? Вы знаете что? А у меня почему-то нормальное настроение. Я не это... Я не ощущаю себя так, как будто бы у меня в очке побывал экзорцист. Это почему? А, я не знаю. Не, это не потому, что я игру купил, я ее рефаунд кину. Посмотрим. Но я ее не хочу по фулл прайсу брать. Я подумаю, что с ней сделать, как разрулить. Ну, я смотрю, тут компанию играть вообще толку нет. Ой, эту сетевую играть толку нет, она унылая нахуй, просто. Это типа весело, но весело потому, что непривычно. Я сейчас поиграю еще пару боев, и мне станет похуй. О, а ну-ка, тест. Хорошая. Ух ты, какой сладкий мальчик. Иди сюда. Пожар, корпус сразу. Ну, слушай, нормально. Я сжег танк. Все. Я подтвердил свой статус. Не я их убил. Вроде бы. Вот я не знаю, вот лог боя ускакал.
Ну так и скажи, что заплатили. Ну нет. Не заплатили мне, ребят, блин. Неправда. Я сам игру купил. Ну, типа, знаете, есть же такая мем, что... Блин. Что если игру купил сам, то... Ну-ка, давай-ка авиаудар. То... Ты, типа, такой, ну... Типа, за игру уже заплачено, надо это... Трак поврежден, пизда. Ну ты хоть бы чё, доцелить не мог. А этой штукой доворачивать можно? Нет. То ты такой, ну, блин, ладно. Раз я игру купил, то надо жрать до конца. Деньги-то уплачены уже. И обратная схема, типа я игру купил, вы должны мне все сразу и еще немного сверху с горкой. О, сейчас Илон вторым гасанем. Я вот не очень понимаю, я правильно зарядил или нет, или сейчас в сторону ляжет. На-на-на-на, нормально-нормально, заход-заход. Но... О, нормально. Чё-то как-то слишком много урона. Это вроде... А какой калибр? Не очень понятно. А, ну все, победа. Очень быстро. Очень быстро. Слишком. Я не успеваю чувствовать. Слушайте, я был самым эффективным.